Рано или поздно в жизни каждого мужчины наступает определенный период, который в специализированной литературе обозначается не иначе, как зрелость. То, что тебе казалось невыносимо веселым 20 лет назад, сегодня кажется, ну, по крайней мере, нелепым. С наступлением этого периода в жизни зрелого мужчины остается не так уж и много радостей. Хорошая машина, хороший дом, хорошая женщина и хорошая еда. Причем иногда бывает так, что последний пункт является приоритетным над предыдущими. Вот как раз об этом мы сегодня и поговорим. На сегодняшний день Панкратов можно с уверенностью назвать ресторанным комплексом в самом центре нашего города, который включает свою инфраструктуру, ресторан, ночной клуб и, собственно говоря, таверну. Таверну Панкратов. Из всех ресторанов нашего города, в которых я побывал, я могу назвать только один, интерьер которого можно разглядывать до бесконечности. С появлением таверны Панкратов таких ресторанов в моем списке будет два. Таверна Панкратов – это один из поводов гордиться нашим городом. Смело приглашайте столичных друзей и гостей из любой точки мира. Приятно удивятся и те, и другие. Каменная кладка, каменный пол, грубая тяжелая деревянная мебель. А роспись на стенах и огромное, просто невообразимое количество предметов, живущих в интерьере и оживляющих его. Предметов настоящих и почти коллекционных. Пожалуй, лучшего обозначения, чем таверна, для этого места и не придумать. Здесь все смешалось. Стили, направления, эпохи, география. Франция, Дания, Чехия, Германия. 16, 18 и 19 века. Все смешалось и аккуратно расставилось по полочкам. Здесь как в музее, только там вам не разрешат выпить, а здесь... Пожалуйста. Все необходимое для того, чтобы грамотно, цивилизованно, красиво и просто вкусно выпить в Панкратове есть. Теперь о том, как в Панкратове поесть. Вот назовите мне самую лучшую закуску для пива. Чипсы, орешки, фисташки, сухарики, соленая рыба – это все, конечно, имеет право на существование. Но, на мой взгляд, самая лучшая закуска для пива – это сосиска. Настоящая, жареная, с соусом или без. По-датски сосиска звучит не иначе, как «польза». Ну, а раз так, значит, нужно пробовать ради пользы. Сосиски собственного производства из куриного, свиного или говяжьего мяса со специями в натуральной оболочке. Это фирменное блюдо таверны Панкратов. Вы обязательно должны попробовать фирменные домашние колбаски с названием «Искуситель». Одними сосисками сыт будешь. Те, кто в этом сомневается, могут прийти в таверну Панкратов в самое ближайшее время и удостовериться в этом лично. Но вполне возможно, с вами будет дама, а кормить даму сосисками, ну, как-то по-люмпински. Поэтому вы можете предложить ей сыграть в тарелочку. Итак, даете своей даме в руки вот такую вот тарелочку и произносите волшебную фразу, от которой перехватывает дыхание у всех абсолютно женщин без исключения. Дорогая, ни в чем себе не отказывай. После чего направляете ее в сторону вот этого транспортного средства. Все, что здесь есть, а здесь есть. Соленые, печеные и свежие овощи, кольца кальмара в кляре, луковые кольца в кляре, курочка в хрустящей корочке, фрикасе, блинчики фаршированные курицей и грибами, языки, а также все необходимые составляющие для абсолютно любого салата. Не забудьте про огромное количество соусов, и если есть у вас желание просто набрать одних фруктов, то вам такую возможность предоставят. Другими словами, все, что есть на этой телеге, вы можете набрать к себе на тарелку в неограниченном количестве. Но важно помнить, что сделать это нужно за один раз. То есть второй подход будет снова за деньги. На мой взгляд, это отличный повод для того, чтобы проверить свою спутницу на готовность к семейной жизни. А
Но кроме этого милого развлечения, вы всегда сможете воспользоваться основным меню и выбрать из него огромное количество всевозможных местных блюд. И не только. Для себя и своей большой компании. Кстати, о больших компаниях. Свои любимые спортивные состязания вы сможете смотреть вот на этом огромном экране. В сегодняшней современной жизни мужчины не так уж и много радостей. Хорошая машина, хороший дом, хорошая женщина, хорошая еда. И, пожалуй, было бы глупо во всем себе отказывать. Вот и не отказывайте. Приходите в таверну Панкратов.